А это чего? Колодец. Да уж. Нет, я имею в виду на территории. 70 годов получается. Да? А тут уже кладбище. В 80-х годах. Эти вот, которые на могиле лежат целиком. Ты понял, что за памятники? Да, снизу. Как это там делать? Вот они с цветочками все. Круто. Да. Вот так вот. Это вот низ памятника, который на могилу сверху клался. Кого? Не, ну суть не в этом. Я не знал, что у нас по району есть такие могильные. В Ульяновском есть такие. Да уж. Интересно. Что? Так что да. Интересно. Печка-то? Ну это восстановленное все скорее. А так-то вот это надо было в тот подвал смотреть, идти, что там. Вот сам смотри тоже. Плиты, да? А что за плиты? Вот, к примеру. Обычные? Или сегодняшние? А, здесь ничего, да? Ну вот. Ну да. Да. Это уж по-любому. Ну, сейчас увидим, куда мы в итоге придем, да? Нет, есть какие мысли? Почти не знаю. Не знаешь? Хотя можно по предположению, что мы сейчас придем к какому-нибудь мини-водоему. Не, ну тут река должна быть. Это единственное, что я могу. Ну чё? Не, ну здесь она это. Она дальше. Да, конечно, дорог тут не очень.
Ну да. Но это не клязьма. Нет, это уводь. Вон она. Ладно, не сказал, что ли? А? Она мне говорит, вы, говорит, как раз вовремя приехали. Вас, говорит, еще сейчас батюшка успеет и помазать со всеми вместе. А я, говорит, да спасибо, это мы правда торопимся. Ну что я уж буду тетку обманывать, сказать, да, еще вот так, да не вопрос, да. Ё-моё. Мы тут немного из другой группировки, да? Считай, вот одно, да? Ты говоришь, как ты овраг, и вон второе начинается. Оно, дорога там вот, с той стороны церкви. Едешь туда, и там еще, ну, очень много здесь, в общем, народ похоронено. Весь мусор, да, сюда летит с кладбища. Я говорю, жутковат, конечно, эти все букеты тут валяющиеся смотрятся. Ну да, выше. Ну а что сделаешь? Не, ну вода так все равно не поднимется. Но если бы вода поднялась, правильно ты говоришь? Покойники выше нас сейчас находятся. Это что мы, получается? Вот я, кстати, об этом не думал, пока ты не сказал, что они выше нас. То есть вот могилы. Высота какая относительно нас. По карте, когда я смотрел, я думал, что река намного дальше кладбища. А по факту, вон кладбище на горе, вот река. Там, может, конечно, в самом конце еще будет это, но больше расстояния. А так нифига. Пойдем. Погнали. Ты меня спасаешь? Нет, я снимаю просто. Могила. Я говорю, жутковато это все-таки место. Я вот тебе что и говорю, смотри, Серега, что только нет. А? Ё-моё. Ух ты. Видно нас? А крест видно, как думаешь? Да, видно. Ага. Тебе надо развернуться. И он нас просто сфоткает. Там он уже могила. Я не знаю, видно, нет. Ты представляешь, да? Жуть такая. Слушай, а классные тапки. Я думал, я из них сейчас вылечу. Что там такое было? Что, ты зацепился за что? Там он бутылка. Не, я ни за что не зацепился, но я думал, я сейчас из тапок вылечу.
Ты что, снимаешь нас? Так я видел. А, особенно красиво в кадре промелькнул. Возможно, за куст зацепился. Или вон об ту бутылку подскользнул. Не знаю. Ну как впечатление? Вообще хорошее впечатление. Но только все равно идешь, а тут с кладбища вся атрибутика по склону валяется. Вон венки, цветы, вон сними. А в основном впечатление хорошее с этой стороны. Речка. Сейчас еще немного прогуляемся. И, наверное, на этом все. Поворот. Может, здесь у них какой заход в воду есть? Да, вот. Хотел заход в воду, вот тебе. Да, круто. О, дерево аномальное. Да нет, это обычная ива, они все время так растут. Конечно. Стволу. Красота здесь. Вода какая чистая. Четко, да? Угу. Прямо все заросли видно под водой. Ты вон в ту сторону сними. Красиво, да? Ага. Ну как тебе здесь? Прикольно. Ну что? Пойдем Сашку искать. Погнали. Ты меня снял сейчас, да? А то он куда-то вон ушел уже далеко. Пойдем. Где ты? Да вот он где. Смотри четко, да? Да уж. Да не очень. Ну вот, давай погуляй. Ну да. В один дюков бор мы не попали, но зато попали сюда. Уже радость. Да ничего, мы в дюков бор попадем, не переживай. Рано или поздно, хотя. Попадем, когда попадем, самое время когда будет. Да. Попадем, когда... Когда точно поймем, что время как раз таки туда попадать. Вот так-то я могу это сформулировать. Тут тоже у них, да? Он даже еще и яблочко, да? Вот сюда, Кристин, тебе можно доехать из Коврова. Как раз тут природа красивая. Река, все дела. Так что